Всем привет! Сегодня поговорим о такой приятной полезняшке, как приветствие на русском языке при входе в МИД. Звучит оно так. Вот что для этого нужно делать. Под любым моим видеороликом имеется... Значит, на эту ссылочку и попадаете ко мне на мой блог. На моем блоге нажимаете на мою кладовочку, попадаете на кладовочку, и вот здесь, значит, идете Linux программы, и вот в Linux программы вот этот файлик desktop-login.ru.ogg скачать, обычная загрузка. Файлик очень маленький, весит там 177 килобайт. Загружаете его. И затем, значит, начинаем работать с этим файликом. Итак, мы скачали файлик «Приветствие на русском языке». Идем в папочку «Загрузки». Значит, вот он таким вот образом называется desktop-login.ru. Ну, я могу его и сделать покороче, разницы тут особо нет. Просто вот напишу login.ru. Посмотрим, как он звучит, послушаем. То есть файлик мы скачали правильно, значит, практически теперь нам нужно его подсоединить к приветствию на самом Минте. Значит, заметим, что у файлика расширение OGG, OGG. Значит, смотрим. Лучше я использую для этих целей Crusader. Вот я сейчас встану вот сюда. И нам нужно будет пройти вот по такому адресочку. User USR Share Mintartwalk. Вот здесь находится у нас User. И вот здесь пробегаем, ищем буковку М. Вот, Mint Artwalk Cinnamon. Идем в звуки. И сюда, значит, просто-напросто берем и копируем вот этот файлик. Причем Crusader должен быть загружен в корневом режиме. Еще раз показываю, что если вы просто запустите Crusader, то у вас ничего не получится. Вам не позволят этот файлик скопировать. Вам нужно перейти. Вот в корневой режим. В корневом режиме, значит, вот мы его скопировали. Посмотрим, какие у него свойства. Обычно, значит, когда первый раз все это дело делается, свойства стоят вот такие. И, значит, вот если их, допустим, так оставить и пойти в звуки, звуковые эффекты, ну, вот стандартный звук, это стандартный Минта. Теперь попробуем подключить к нему. Видите, никакого звука нет. А теперь, значит, что я делаю? Я меняю свойство вот здесь вот, разрешение, на можно читать и на можно читать. Результат понятен, да? Значит, вот путь, по которому находится файлик
куда, значит, нужно все это дело записать. Вот вы скачали к себе в загрузке, да? Значит, находится вот по этому адресу. Еще раз вот его привожу. И теперь у вас при загрузке вашего Минта вместо пронзительного этого поросячьего визга вы будете слышать приятный русский женский голос, который вас приветствует на родном языке. Привет. Еще покажу одну настроечку. Вот когда вы уже все сделали, все у вас это дело настроено, по умолчанию стоит, допустим, на 100%. Привет. Если вам это громко, вы можете сделать приветствие несколько потише. Привет. То есть вот здесь вы можете отрегулировать громкость приветствия, которая, так сказать, наиболее удобна для вашего слуха. Ну вот и все. Желаю вам при следующих загрузках слышать приятное приветствие русским голосом женским и провести много приятных минут за компьютером. Всем удачи!